Так, ладно, я стригу. Здесь просто обкорнанный кусок. Сейчас я буду красить волосы. Это голубая, это розовая. Кстати, маленький спойлер, все это я сделала сама. И сейчас покажу вам как. Всем привет! Сегодня я решила сделать кое-что необычное. Я решила сделать полное перевоплощение в Харли Квинн из нового фильма «Хищные птицы». Ну как вообще можно быть похожи на эту прекрасную женщину, имея вот это вот кабачок вместо лица? Надо подобрать одежду, которая была бы максимально похожа на этот образ, который я потом смогла бы еще и скрафтить. Черную краску нашла. И нужна обычная красная краска. В принципе, вот красная краска. Больше ничего мне и не надо. Раз, два. Сейчас срезаю у джинс лишние штуки и делаю из них шорты. Идеальной ровности не нужно, потому что весь образ выглядит так, как будто его сделали, особо не запариваясь. Нужно сейчас сделать разметку для полосочек. С одной стороны их 6, с другой 4. Так, теперь следующий этап. Я буду рисовать непосредственно сами черные полосочки на шортах. Сейчас главное все не засрать. Я постараюсь это сделать. Нужно будет отрезать полностью всю горловину и вот эту вот зону, я не знаю, как называется, где, короче, прострочка на рукавах, чтобы было прям максимально дерзко. У нас в гостях сейчас тетя, и она профессиональная швея, и я думаю, если бы она сейчас зачем-то сюда зашла и увидела, что я делаю, она, мне кажется, просто выкинула бы меня из окна. Класс, я надеюсь, что это отстирается. Вот так вот это выглядит сейчас. А теперь давайте снимем скотч. Как-то так получилось. Ладно, может быть, с розовым топиком, который будет внизу, будет не настолько плохо и смотреть. Хотя, честно скажу, для меня это просто открытие. Я правда не знала, что это настолько сложно. Жесть. Теперь с одной из сторон, а именно вот с этой, нужно будет сделать красные звездочки. Благо, в этот раз у меня нашлись трафареты, так что я думаю, что будет гораздо проще это осуществить, чем то, что было до этого. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Ставь лайк, если тебе нравится эта звезда. Хорошо, у меня будет не Харли Квинн с сердечками, а Харли Квинн с кусками мяса. Такая кровожадная версия. Просто пинцетом вытягиваю джинсики. Я не знаю, как называются эти волокна джинсовые. Джинсики, блин. И да, мы снова возвращаемся к этой теме. Лиса, ты уже красила волосы, тебе не понравилось, ты страдала. А сейчас я буду красить их сразу в два цвета. У меня есть вот это. Это два баллончика. Здесь написано, что эти баллончики отмываются от следующей краски. Но правда это или неправда, вы узнаете в моем инстаграме, потому что все зависит от того, буду я найти или нет. Сейчас я буду красить волосы. Это голубая, это розовая.
красить или ставить этот цвет? Да, это мои волосы. Я их покрасила для того, чтобы сделать этот образ. Моя футболка говорит как бы привет. Я не думала, что я когда-то это сделаю еще раз, но я не думаю, это ключевое. Та-дам! Не хватает аксессуаров. Аксессуары у меня есть вот такие. Просто рандомная цепочка. Украшения из Lady Collection. Вот еще целая куча тоже аксессуаров из Lady Collection. Будем с вами делать какой-то еще очередной крафт. Серьги, похожие на Харли, я не нашла. Но я нашла вот такие вот крылья, опять-таки, тоже в Lady Collection. И сейчас я их надену. Макияж в этот раз у Харли не такой интересный, как в «Отряде самоубийц», по крайней мере, мне он нравится меньше, но, тем не менее, он очень прикольный. И, конечно же, в основе этого макияжа лежит супер светлая кожа. Для того, чтобы более хорошо ложился светлый тональный пигмент, нужно в самом начале сделать маску для лица и как можно сильнее вообще увлажнить вашу кожу. Перед нанесением тонального крема я использую вот такой вот тональный блур, который отбеливает кожу. Далее я беру самый светлый тональный крем из всех, что у меня есть, и при помощи влажного спонжика наношу на лицо. Следующим шагом я беру супер светлый консилер. Если вдруг у вас нету настолько светлого консилера, то тогда лучше вообще ничего не используйте, потому что он в принципе ни на что особо не повлияет. Далее зафиксирую все это пудрой. У Харли очень темные брови, они просто черные. Я сейчас возьму свой самый темный карандаш из всех, что у меня имеется, нарисую форму брови, похожую на форму Харли, а затем просто-напросто прочешу эти брови самой обычной тушью для ресниц, чтобы просто придать бровям более черный цвет. Главное в этом деле использовать тушь не ту, которую я потом буду наносить себе на ресницы. Гелевый лайнер или обычную гелевую подводку, или, возможно, даже черные сухие тени, и нанести их настолько неаккуратно, насколько у вас получится. Залезла, короче, кисточкой в глаз, и да, здравствуйте. Над этим образом для Харли я решила максимально сильно запариться. Обычно я так не запариваюсь, но, знаете, я просто в последнее время очень часто натыкаюсь на классные видео, которые мне очень хочется кинуть своей подруге и сказать: «Блин, посмотри, как классно она сделала» или «Как классно сделал он». И мы начинаем вместе обсуждать, и это так здорово. И поэтому я очень надеюсь, что вы поделитесь вашим мнением в комментарии. Нравится ли вам формат видео такого плана, или все-таки привычный контент с трешаком и тупостью вам больше заходит? В самом конце можно добавить немного сухого контуринга, чтобы подчеркнуть скулы и нос. Теперь, чтобы этот образ был еще больше похож на именно образ из «Хищных птиц», нужно сделать это. Отрезать челку.
Я расчесываю мои пряди. Кстати говоря, это не просто фигня какая-то. Это реально волосы, которые я использую. То есть это натуральные дорогущие волосы, но я готова ими пожертвовать ради этой челки. Так, ладно, я стригу. Здесь просто обкорненный кусок. Я это сделала. Да, я это сделала. А я буду встречать гостей, потому что там пришла Тилька, и она еще не знает, что я снимаю. Но давайте ради пранка сделаем вот так. Я все. Здорово. Привет. Ты просто покрасила волосы? Да. Спасибо. Я все сделала сам. И волосы, и челку отрезала, и все сама сделала. Вон у меня куски волос лежат. Сама. Я надеюсь, это парик. Нет, это мои волосы. Можешь потрогать. Серьезно, перед Таиландом решила не подумать.